Некоторые люди говорят, ну как же не психовать, вот как это можно сделать? То есть вот вам, пожалуйста, помощь, берете любой КФС, гармонизирующей серии, да, или еще лучше КФС, элитной новой божественной серии, на которых прописаны эмоции богов, да, и КФС тайны вселенной, делайте 2, 3, 4 раза, 10 раз в день делаете прокачки, пьете воду с этих корректоров, и вы постепенно, у вас выработается привычка позитивной реакции на все раздражители, внешние и внутренние. Знаете как, это очень важно.